Всем привет, дорогие друзья, с вами Зелел, и сегодня мы с вами сделаем невозможное возможно. Ну, я так надеюсь, я выбрал 40 раундов, и мне подфартило, попалась вот такая вот команда, 27 уровень и 35. Надеюсь, мы выживем, хотя карта вот мне незнакомая, я даже в мультиплеере не играл. Что за карта, хрен поймешь. Ну, тут такие узкие улочки, что как раз можно, наверное, выжить. Плюс, о, смотрите-ка, какой-то бар тут, кафешка какая-то. О, как раз можно тут... Тихо. Что-то меня уже мочит. Как-то... Тихо. Да, ни хрена ж себе. Ну, я такого не ожидал. Что я так сольюсь? Ребята, давайте помогайте мне. Надеюсь, я много хлопот вам не несу, ребята. Не кикайте только меня. Ну-ка, навряд ли они меня вообще кикнут. Потому что тут мало играет. Я помню, как в Call of Duty Black Ops 2, когда мы с зомбями играли, вот там только так кикают. Если ты маленький ранг... Полный нубас, даже умираешь сразу же. Все, сразу кик вам. И все. Но тут, видимо, мало заходит. Видите, всего трое. Даже четвертый не заходит ни хрена. Фига себе. Ага, ни хрена. Ну, блин, ну что такое с тобой физика? Ну, Call of Duty, ну, ё-моё. Ну, делай разрушаемость какую-нибудь. Ну, что-нибудь, радуй нас, геймеров. Ну, что такое? Мультиплеер здесь... Поживее, мне это нравится. Ну, допустим, если сравнивать Battlefield 4. Ну, действительно, он такой быстренький весь. Потому что маленькие карты в основном. Это, да, тут есть такой плюс. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое-то? Сегодня нам не везет. Ребят, о, урон повышен. Восстанавливайте меня, ребят, спасибо. Спасибо. Оп, куда ты там в прыжке прям? Вот она чё. Так, что там еще? Ну-ка, давайте-ка. Что еще там нам привезут? Какое оружие из Африки? А, опять МЦ. Ладно. Нормально. О, перк, как называется? Сосредоточенность. Ну, хорошо. Так, давайте-ка дрона пригласим нашего. Так, дрончик, давай, за нами лети. Все-таки пусть прикрывает нас. Опа! Да блин, я думал, я его убью. Да что ж такое-то, в каждом раунде, что ли, мне погибать? Я не хочу такого. Не-не-не, такой расклад мне не нравится. Ребят, такой расклад мне не нравится. Хочется как-то себя проявить, но ни хрена. О-о-о! Да, сейчас мне вспоминается сразу первый бой, если вы мне смотрели мою первую часть, где я... Играл в этот режим. Там нас сразу слили, причем уровень такой был, ну, неплохой, парня. 32-й, и нас было четверо. Так что уровни как-то в этом режиме не совсем решают. Опору не будем мы делать на этого парня. Бодикаунт. Смонки 17, бодикаунт 21. Ну, я пока что на последнем месте. Ну и правильно, на ранг смотрим. Хотя опору я еще рассказал, что не надо делать. Посмотрим, что будет. Надеюсь, затащим. Так. Да что ж такое-то? Стекло все сыпется и сыпется. То... Хватит меня за яйца кусать. Опа. Тихо, ну ё-моё, ну почему такое получается? Я побежал, нажал Е, и вот такое вот дерьмо. Нечестно, игра, что ты творишь? Блин, нет, да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Ребят, ну я не знаю, что сказать мне. Сегодня я очень плохо играю. О, другое дело. Дрона давайте сюда. Так, вот эту хрень еще. Ударный вертолетик. Возьмем. Ну и это на всякий случай. Хотя лучше турель. А, так все у нас больше. Имеется в виду вот это, скорее всего.
Да. Так, ооо, боеприпасы. А, так это боеприпасы. Я думал, это перк, типа, будут больше давать. Ну ладно, тут ничего. Так, 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 нет, 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 нет. Что-то карта мне не особо нравится. Вроде улочки такие, а... Так. Да ёковый МНС, сдохни, тварь. Так, ребята, простите. Я тут, как сказать, как предатель практически. Предаю вас. Ну что делать? Эти парни уже не нравятся. А, так это не парень. Это вообще женщина. Ладно. Так, 12. У-у-у-у-у-у-у! Спокойно, спокойно. Виды, конечно, не нравятся, что не спас я ни хрена. Просто удрал. Действительно, действительно. И в следующий раз меня могут... тоже не спасти, поэтому. О, тихо, тихо, да ё-моё, тихо. Нет, 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 пожалуйста, не трогайте меня. Так, 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 что это? А, МЦ, ну опять это самое МЦ. Я не люблю это МЦ. Хреново как-то все. Ак-12. А хотя, давайте Ак-12 возьмем и это. Пофиг. Так, дроны берем. Или как он тут называется в этой игре? В Black Ops, по крайней мере, так назывался. Так, будем здесь. О, дрон хотя бы нас прикроет. Видите, как хорошо пошло. О, отлично. Ни хрена ж тебе мочит он нас. Так, что тут у нас? О, ну опять МЦ, да что ж такое ты будешь ты делать, а? Так, да блин, я хотел подобрать. Вау, какая шатан труба. Дайте, ну ладно, пусть возьмет. Да, это чувак или... Я даже не знаю, навряд ли там реально сидит какая-нибудь девушка. Причем с мужским ником бодикаунт. Так что навряд ли. Так, ребят, Паш, прошу. Да, что, ну, конечно, секос само по себе падает так, как дождик, знаете. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Оп. Хоть чуть-чуть помочь вам надо, ребята. Я отхожу как трус. Что у нас? Снайперка в жопу. Не-не-не-не-не-не-не, ребят, только не это. Я таком, конечно, не мечтал. Ребят, ну все. Спасаю вас, так что. Ой, погубило. Что это такое? Сталкер? Ну-ка. Раунд сбора. Что ж нам взять? Что ж нам взять-то? Может еще раз такую фигнюшку взять? Полетаем, не? Не, давайте-ка вот эту. Приближается дружественный вертолет. Возьмем еще два дружественных вертолета. Ну, имейте в виду, в итоге у нас сейчас два дружественных вертолетика. Правда, я не понимаю, что они делают. Они просто так кружат, что ли? Да? Хреново. Так, боеприпасы, я бы не отказался от них. Только, ну блин, он взял уже впервые. Так, дробан готов. Ой, нет, нет, только не для этого готов он. Оп. Как хорошо мы их уничтожаем-то. Нам бы все-таки другой дробовик. Ну какого хрена так? Ну, 9-й. Что у нас тут? МЦ-255, ну, ё-моё, уже 10-ка. Куда, куда мне? Ни хрена, это что, дробовик теперь вот так вот сносит? А, круто.
Посмотрим, что будет в итоге. Так. Ждем, когда раунд начнется, и давайте вертушечку вызовем. Так, вызываем вертолет. О, ползут гады, а. 11-й, нифига себе. Охренеть. Да. Пушка действительно просто атас. Так, ну, ножичек. Метательный нож, да ну нафиг. Никто и не берет, конечно. Что-то вертолет-то, мне кажется, никого не убил. Сколько мы убили? О, так мы даже на втором месте, а бодикаунт на последнем. Ха-ха. Да, вот так вот. Так, ждем. Так, враг приближается. Давайте шестерку нажмем. Хотя зря это сделал. Снайпер на вертолете. Ну вот какого хрена именно снайперка? Ну что это такое? Это ни о чем просто. Это брать, если, знаете, допустим, какая-нибудь там ситуация такая вот просто мучительная. А так как-то брать вертушку, да ну нафиг. Так, семерку давайте нажмем. А, тут нельзя ни хрена. Что-то даже не могу ни одного убить. Давайте собачку. Ай, собачатинка, овчарочка бедная. Как людей-то, конечно, ни хрена. Бедных собачек-то, блин. Потому что некого мочить. О, все. Все. Блин, чуть ноги не сломал, а. О, миниган. Не-не-не, а если я сейчас поменяю вместо дробовика, нафиг надо? Пусть будет так, 12. А вот это я заменю, наверное. Так. О, хорошо. Тут первый, тут 11. Ни хрена, это что, джаггеры уже пошли там? Полный рост, джаггеры идут. 15 раунд. Напоминаю, то, что мы хотим невозможное возможно сделать. Гладиатор он называется, ага. Да ё-моё, вы задрали с вами сраными гранатками. Держите, подавитесь уже. Так, вертушку вызовем. ХЗ, что будет? Ну давайте вызовем на всякий случай. Ну всё. Что парень долго брал перк. Так, это я беру. Как раз восполним наш утерянный вертолет. Так, пусть берет. Ей нужнее. А я дрона возьму. Че, тоже дрона захотела? А, хрень тебе, шиш. 85, 71, 75. 19 ящиков. Я больше всех, блин. Беру ящиков. Так. Самое главное перезарядиться. Для нас самое главное. Крепость называется почему-то. О-о-о-о! Тихо. О, ну, конечно. Так, ну, оживляйте меня. Походу она обиду все-таки... Нет, все-таки обида проходит. Так, МЦ... Ну вот сейчас, только сейчас ФП. Ну что за говно? Тихо. Я не хочу ванговать. Так рано. Нифига себе, она справилась одна. А я как я не знаю кто, сбежал. О, зато смотрите, что у нас тут. М27. О, другое дело. Тут уже... Пойдет такая хорошая музыка. А? Особенно с этой пушкой-то. О, марафон. Берем. Чтобы быстро перемещаться, быстро убегать. 100 патронов. Неплохо. Так.
12 и 1. Нет, они отсюда пока что не пойдут, да? Интересно, можно щит пробить? О, гладиатора валим. Так, плюс у нас еще миниганчик. Шикарно просто. Так, ну давайте, давайте. Прям на рожон, идите, идите сюда. Ну, вот когда не надо, их нет ни хрена. Сюда, что ли, десант будет сбрасывать? Так, не раздавите меня. О, второй уровень. Как раз. Что это такое? Ну, блин, мне как всегда не дают. И почему они какие-то, знаете, ящички стали не зеленые, а именно оранжевые? Ой, оранжевый, говорю, желтый, оранжевый, блин. Да, миниган здесь просто... Это что было? Почему? Почему так получилось? Я не понимаю. Не, реально, я не понимаю, как так получилось? Потому что парень был. У парня были бесконечные жизни. Это странно, у бота. Действительно странно. Так, что у нас здесь? Никого нет. Никого нет. Нет. Нет никого. Следующий раунд. Какой же я невнимательный. Ну как тебе? Господи. Чего-то я чувствую себя карликом. Ну что ж такое-то, а? Так, давайте-ка вертушку. Ну-ка. Не, ну... Ё-моё. Бегу, 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 бегу. Парень, бегу. Оживление происходит. Ну-ка, блин, настрой. Вот это самое говёное. Понимаете? Что за... Дерьмо. Вепер берите сами, я не буду. Дикая вдова, и что вы будете брать? Окей, как хотите. Так. О! То, что надо. Сколько мы? 103 убийства, 117. А почему мы на первом месте? Что за бредятина? Так, а вот это я возьму, знаете? Да, я возьму эту хрень. Она мне пригодится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Три. Нет, ну почему так нельзя? Вот только так, блин. Нечестно. Так, куда мы ставим? Давайте сюда поставим. Жалко, только эта штука... Ну, она, в принципе, убьет парочку. Да, блин, собаки, а? Смотрите, сколько нападают. Да? Оживление. Живи, живи, живи. Тут пару мин-то будет. Да, 4 мины, нормально. Так что это даже хорошая вещь. Не знаю, что вы брезгуете. Все брезгуют почему-то, но она действительно хорошая штука эта. Две поставишь так возле центра и все. Если щитовики попрут, вообще нормуль будет. Все. Он что, гранатами стреляет? Что за фигня? Так. Иди к папочке. О, ну это я тоже возьму. Вот тут бы нам, знаете, 20 уровень сразу на пулемет. Шикарная жизнь была бы. Так, ждем. Я просто воспылал. Жду. Гранатка. О, отлично. По крайней мере, не подпускает. Сколько надо выстрелов-то, а? 3 выстрела. Ну, потому что мы с такого расстояния хренового стреляем. Из-за этого. Надо хотя бы прокачивать. Не, я все-таки это буду прокачивать. О! Так, там идет щитовик, да? Давайте попробуем его укокошить. Ни хрена себе.
парень хотел укокошить ножом Джиггернаута. Шикарно. Да просто шикарно. Так, у нас 23-й раунд. Все-таки это уже не хухры-мухры. Перезарядка. И вызываем, естественно, поддержку с воздуха, потому что без нее не думаю, что мы сможем справиться. Так. Я... Погодите, это что был? Пулемет? Я уж подумал, миниган! Хреново было бы. Ай, куда ж ты, зараза, прешь-то? Боец ранен! Блин. Ни хрена ж себе! Так, тихо. Так. Ну, это было круто. Стрельба что-то там. Ну, тут надо не смотреть, а быстро брать. Иначе чайки налетят, да? Я прав? Конечно, прав. Но пулемет нам, по сути, вообще не нужен. Давайте это возьмем. Многочисленные, хреново. Нифига их. Нифига их, нифига. Так, отходим. Пока там... О! Блин. И все союзники ранены. Чувак, умоляю, живи. Куда? Куда он? А-а-а, понятно. Если последнего уничтожить, понятно, что будет. 146. Плохо. Так, это я беру. Давайте возьму. Так. Так, сколько там секунд? 11 секунд еще. Это я не буду брать, а вот это возьму. Нам пригодится действительно эта штука. Так, здесь одна. Нет. Знаете как? Здесь одна будет. Ай, блин, овчарки. Не-не-не-не-не-не-не! Ну, ладно, пусть тут будет. Если уж совсем они подберутся к нам, вот. Ну, ёкалэмэнэ, всё! Ну, блин! Ай, поражение. Все так хорошо начиналось, а? Призраки уничтожены. Вот гады, а? Ну, как так получилось? Я даже поставил эту штуку, ну... 150, да. В принципе, мне понравилось. Мы выжили до 27-го раунда аж. Ну, не смогли мы на сегодня выполнить. Надеюсь, когда-нибудь смогу. Сейчас не могу. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Зелел. До скорой встречи.